И вновь продолжается бой. Большая генеральная уборка захватила весь город. Мобилизованы все службы ЖКХ и благоустройства, а также сотрудники муниципальных предприятий. Выходят на субботники и сами жители. За две недели на борьбу за чистоту вышли 100 тысяч человек. Территорию в 20 миллионов квадратных метров уже привели в порядок. На полигоны отправилось более 46 тысяч кубов мусора. Но этого недостаточно, отмечает глава города Олег Фурсов. Собрать мусор, оставшийся после зимы, это лишь часть работы. Нужно обрезать кустарники, привести в порядок газоны, побелить деревья и покрасить скамейки, урны, бордюры и детские площадки. Эти виды работ, каждая управляющая компания, значит, там каждый ТОС, который у нас на субсидиях находится, да, они должны представлять, если уж люди вышли из подъезда или из дома во двор, их нужно обеспечить инструментом и объемами работ, чтобы это не было профанация. Еще раз подчеркиваю, мы должны выйти с вами на новый уровень ухаживания за городом. Прошедший гагаринский субботник показал, самарцы становятся все более сознательными и готовы участвовать в уборке своих дворов, а также парков и скверов. С энтузиазмом люди убрали территорию в 4 раза больше, чем запланировали городские власти. На порядок сегодня сработали выше, чем по прошлому году. Если я цифры смотрел по тому же субботнику, который был у нас, как назывался, гагаринский, эти цифры значительно были на 20-25% ниже, нежели сейчас. Приступили к покраске барьерного ограждения, приступили к покраске деревьев, приступили к покраске бортового камня. На еженедельном совещании в мэрии Олег Фурсов обращает внимание подчиненных и на другие недочеты. Покосившиеся и проржавевшие рекламные конструкции привести в должный вид, а территорию возле них убрать. И лучше всего обязать сделать это собственников рекламных щитов. Также после зимы от пыли и грязи необходимо отмыть торговые киоски. Это улучшит и внешний вид города, и настроение покупателей. Архитекторы получили поручение мэра проинспектировать все фасады домов и выписать собственникам уведомление, как и когда привести их в должный вид. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.